Привет, друзья! Сегодня у нас будет богатый ужин. У меня живет здесь фермер. Я его часто угощал своими настоечками. И он меня угостил такими чудесными перепелочками. Смотрите, какие они красивые. И сейчас я хочу, ну не сейчас, хочу их сначала замариновать, а вечерком приготовить. Для начала я их помыл и вытер насухо. Сейчас мы сделаем для них соус. Я беру тарелочку, друзья. Я хочу сделать лимонно-апельсиновый соус. И сейчас вам все покажу. Я выжал лимон, ну, сок лимона с пол-лимона. И выжал один апельсинчик. Один апельсинчик. Так. Добавим грамм 50 соевого соуса. Так. И я чесночок, одну штучку. Так. Все это перемешали. Соус, соевый соус. Лимончик, апельсинчик и чесночок. Это будет такой у нас маринад. Так, друзья, берем наших перепелочек и заливаем нашим соусом этим. Так, хорошенько их здесь помассируем. Помассируем. Так, друзья, сейчас я их накрою, а может, даже вот этой тарелочкой вот так вот накроем. Ну, сейчас я ее помою. Накроем тарелочкой, короче, и пускай они помаринуются до вечера, часиков 5. А потом будем их запекать в духовке. Все увидите. Прошло 5 часов. Наши перепелочки уже замариновались. Что я еще сделал? Я их немножко поперчил и зафаршировал просто двумя дольками апельсина. Смотрите, чтобы они были попикантнее и повкуснее. На вид они уже очень аппетитны. Сейчас духовочку я разогрел, и мы отправляем их. У меня духовочка слабовата, так что минут на 40, наверное. Будем смотреть, чтобы не подгорели. Вот такая красота у нас пока получается. Какие они будут в итоге, узнаем. Прошло 40 минут, и, друзья, вот такая красота у нас получилась. Просто какое-то заглядение. На гарнир у меня гречка. А еще я украсил укропчиком. И вот смотрите, что у нас получилось. Это просто шедевральные перепелочки. Просто какое-то великолепие вкуса и цвета. Ну, друзья, как обычно, ваше здоровье. Так, друзья, смотрите, какая она красивая. Ну, давайте я попробую. Друзья, просто рассыпается. Просто вкус такой лимонный, апельсиновый. Очень нежный, просто кусочек мяса растаял во рту. Короче, друзья, скажу спасибо своему другу-фермеру. Спасибо тебе. Ужин просто замечательный. Рецепт бомбический. Всем советую.